Руководство фирмы владельца платного путепровода приводит несколько причин для повышения тарифа. Одна из них налоговая не возместила нам 25 миллионов рублей по НДС, у нас образовалась брешь в бюджете. Соответственно, по соглашению с администрацией города мы увеличили также тариф и за наличный проезд. Этот тариф, как обещают представители фирмы владельца путепровода, не будет меняться до конца 2014 года. Напомним, что перед вводом в эксплуатацию предприниматели и чиновники заявили общественности, что срок окупаемости проекта составит свыше 7 лет, а после 20 лет владения путепровод будет передан в ведение муниципалитета. Что касается бизнеса, то тут вроде бы все ясно. Есть желание окупить путепровод как можно быстрее. Однако, кроме такого желания предпринимателей, есть и вопрос рязанцев к чиновникам от транспорта. Автовладельцы со стажем помнят, что в этом месте раньше действовал переезд через железнодорожное полотно. Однако после открытия нового платного путепровода на старом рабочие демонтировали настилы и опустили шлагбаумы с обеих сторон, а подъезды попросту перекопал экскаватор. О прежней дороге сейчас напоминает лишь от чего-то неубранный дорожный знак. Тогда транспортные чиновники объясняли, что изначально предполагалось закрыть железнодорожный переезд для автомобилистов. Обязательный же бесплатный альтернативный маршрут, положенный по федеральному закону между Соколовкой и Дашково-Песочной, пролегает через город. Причем на этот маршрут автомобилист должен потратить около получаса и более 15 километров пробега. Насчет бензина как в кино, вот и считай. Получается, что дорожные дельцы попросту заставляют рязанских автомобилистов пользоваться платным путепроводом, ведь мало кто хочет делать 15-километровый крюк. А то, что в федеральном законе есть пункт об обязательном наличии дорогодублера, так это уж извините, в казне денег нет. А пользуются платным путепроводом больше 13 тысяч автомобилистов ежедневно. Опять вспоминается упомянутая киношная фраза «Вот и считай».